такие мишки. Мишку идем выбирать. Она сказала, что ей бы пони, она сказала, пони хочет. Пони. Ага, для Соньки сегодня день Софии. Еще мы... Да? Может быть, ей просто мишку какую-то красивую. Вещички. Вот, смотрите. Собачки, щенячий патруль здесь. Им вещички есть. Это просто магазин для... Вот. Соня сказала, что она хочет пони. Не знаю, что можно купить на пони. В принципе, тоже что-то можно. Кристин, вот они, это, одежка для пони вот здесь. А там, ага. А здесь там они, это, уже их берешь. Тут видите, мишки, 2, 3, 5, 20. Ага, 20. О, какая красота. Вот сам здесь выбираешь игрушечку, какую ты хочешь. У нас у Богдана 2 игрушки. Девочка выбирает игрушечку, Богдан так выбирал. Немножко даже не знаю, что бы выбрать. Чудо еда. Очень милый, нет? Все игрушки до такой степени все красивые, вы знаете, для девочки, ну и для мальчика, конечно, очень красивые. Я делаю просто фотографии, и я не знаю, какую выбрать. Смотрите, сколько вещичек, и для мальчиков, и для девочек, все красивое. Богдану тоже мы покупали отсюда. Щенячий патруль тоже такой красивый, собачки. Прелесть. Сидишь на компьютере и имя сам называешь, вещички для этих всех животных. Это военные, да? Смотри, он полицейский. Вещички полицейского. Ой, смотри, адмирал прям. Морская форма. Это форма... Лошадь, она не хочет, смотри. Военная. Смотри. Лошадь тоже красивая. Доня, это твои, по твоей части были, да, лошади. Смотри. А Соня сказала, хочу пони. Она сказала, пони хочет. Ну, не вот знаю. Я, пони. Не-не-не, она вот, вот, вот те, что в мультике. Nice and warm, baby Sonia. Close eye, I wish. Take the heart bubble in your heart. Right here, so you're there always for love. You give your heart a big kiss. Love for baby Sonia. Kiss your heart. По-русски. По-русски мама говорит. Для baby Sonia. Подарок. Все, поставили внутри. Не все, сейчас она там не будет. Все, она говорит, что если... Ну, как она... Какой ноге? Левой или в правой? В правой, да? Ну-ка, нажимайте, нажимайте. So cute. Thank you. Okay. You're welcome. Okay. Never go pay.
вот, хочу показать, какие же мы игрушечки, то есть игрушку, выбрали в этом мягком магазине. Такой магазин, я оттуда никогда не могу выйти без игрушки. И вот, что мы купили для нашей Сонечки. Видите? Это лошадка пони. То есть не лошадка, это пони такая. Сейчас мультик популярный есть для девочек. Вот. И я сразу принесла сюда игрушек, какие есть у Богдана. Это Богдан купил себе, он сам выбрал в этом магазине. Это чисто Богдана игрушки. Вот ниндзя и дракоша. Это он выбрал. Это мы там еще вещички подобрали. И вот для этой пони мы тоже подобрали вещи. Сейчас покажу. Смотрите. Вот. Вот она какая красавица. Доня, Кристина купила плащ для нее. Вот. Потом сама пони стоит $51 получилось вместе с вот этим платьюшком. А это, наверное, $15 отдельно такой плащ для пони. Там все, что хочешь. Много одежды для животных, игрушечных, мягких. Вот. Вот такая у нас лошадка красивая. Поедет или поплывет кораблем, или повлетит до нашей Сонечки в Украину. Такая наша игрушечка, наш подарочек Сонечке. Подарок. И отошлем скоро посылку. Вот, в следующем видео хочу показать, что мы еще в посылку хотим положить в Украину. Мы собираем посылочку, и вот что мы еще хотим. А на этом мы заканчиваем. Всего вам хорошего. Будьте здоровы, благословений вам, мир дому вашему, всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!